Distinguished guests and leaders. Для меня огромное удовольствие поделиться своим видением, что я думаю о БРИКСе на текущей сессии. Прежде всего, я хочу высказаться о том, как великолепно организован этот Московский экономический форум. В последующие 6 минут я пытаюсь поделиться с вами шесть разделов, на которых я хотел бы остановиться. Это вызовы, это значение, это содействие будущего развития и, наконец, подвести итоги, суммировать все это. В настоящий момент, как вы можете стоять, я хотел бы здесь вот встать сюда. Действительно, страны БРИКС. Этот вопрос действительно глобального ВВП. И он очень быстро развивается и укрепляется. И я могу сказать, что их доля постоянно растет. И он уже превысил 25%, что демонстрирует роль в качестве экономического двигателя. И кроме того, вот объем торговли БРИКС также продолжает расти, в том числе и консолидация инвестиций, и происходит улучшение сотрудничества, и механизмы совершенствуются нашего сотрудничества. Наконец, я могу сказать, что страны БРИКС в настоящий момент очень большую, то есть, когда был период ковида, в это время мы очень тесно сотрудничали, мы смогли преодолеть все трудности, которые возникали в связи с ковидом. И, кроме того, это в том числе, мы можем сказать, что мы в экономическом плане очень нашли хорошие возможности для взаимодействия. Я хотел бы еще напомянуть о том, что страны БРИКС, их, так сказать, взаимодействие со странами G20, на самом деле мы можем сказать, что во многих аспектах мы вынуждены или мы имеем возможность с ними сотрудничать. Это касается Южной Африки. И когда мы были, и тот саммит, который состоялся в Индии в августе и сентябре, соответственным образом, это вот такие вот два примера, которые являются такими полярными примерами. Оба саммита, которые состоялись, там был китайский фактор, и БРИКС при этом, в нем было свое, так сказать, значение, поскольку он демонстрировал, что китайская дипломатия самая лучшая, поскольку Китаю удалось разорвать исторические вот эти вот то, что было в 23-м году, и БРИКС, и в том числе и Арабские Эмираты, и Эфиопия, и Египет, и Аргентина были приглашены вступить в БРИКС+. И это самые крупные производители и потребители нефти, они оказались все за общим, так сказать, столом. Затем на саммите G20, который состоялся в Дели, там был свой символизм, там была, так сказать, попытка премьер-министра Моди проложить мост на глобальный юг. И фундаментальное различие между G20 и БРИКСом остается, и который имеет серьезные геополитические оттенки. В свою очередь БРИКС+, который, в частности, Китай, ясно выражает свою политику по геополитическим вопросам. Таким образом, страны БРИК, которые мы уже упомянули, и сотрудничество, вы видите, здесь на этом слайде
страны БРИКС характеризуются быстрым экономическим ростом, и там коэффициент роста выше, чем коэффициент роста на глобальном уровне за последние годы, и в частности это касается Индии и Бразилии. Вмешательство в отношении геополитических рисков. Как вы видите на моем слайде, страны БРИКС, их механизм сотрудничества предполагают экономический рост Евразии. Например, в 2022 году объем торговли БРИКС составлял 23,9% всей глобальной торговли, что делает БРИКС ключевым игроком мировой экономики. Но присутствуют и геополитические риски, о которых мы не должны забывать. Если мы говорим о будущем развитии, я считаю, что финансовое сотрудничество должно быть наиболее важным. И, кроме того, мы должны сотрудничать в вопросах инноваций, научно-технических разработок, особенно в сегменте хай-тек. Как вы видите в моем слайде, страны БРИКС демонстрирует огромный потенциал для сотрудничества в этой области. В данный момент это сотрудничество достигло объема 6 триллионов долларов. Я считаю, что самое важное сейчас – это вести реформы и совершенствовать систему глобального управления. Таким образом, чтобы подытожить мои слайды, я, к сожалению, старался быть кратким, сократил свое выступление. Сейчас, я думаю, для всех стран существует ситуация вин-вин, то есть обоюдная выгода для всех и для тех, кто находится в группе БРИКС плюс, но и не только для них, но и для тех стран, которые сотрудничают со странами БРИКС. Они тоже выигрывают от этого сотрудничества.